всегда ли удается разговорить ребенка, или бывает такое, что вот он все-таки бросает трубку? Конечно, бывает, безусловно. И это нормальная реакция ребенка, тем более... В прошлом году на детский телефон доверия Карелии позвонили 12 тысяч раз. По количеству звонков мы третий на северо-западе, после Санкт-Петербурга и Ленобласти. Звонят в основном подростки. Наибольшее количество обращений идет по проблеме взаимоотношения полов. Дети спрашивают у психологов то, о чем порой стесняются спросить у родителей. Причем это происходит даже в благополучных семьях. Скоро начнутся экзамены, и количество звонков вырастет. Как родителям подобрать нужные слова и успокоить ребенка? И как относиться к тому, что все больше детей знают номер телефона доверия и пользуются им? Об этом в программе «Гость в студии» сразу после выпуска новостей.